Всем привет! Сегодня я вам хочу продемонстрировать одну из своих моделей, которую я сделал для магазина Turbo Squid. Это робот. Придумал я его собрать из кухонных домашних принадлежностей. То есть он состоит из кухонных комбайнов, тостеров, пылесосов, утюгов и тому подобных вещей. Ну и, конечно, руки я добавил, чтобы они просто были. Потому что что это за робот без рук? В нем минимальное количество полигонов — это 80 тысяч. То есть, отключив модификатор Turbo Smooth, мы будем иметь 80 тысяч полигонов. В данный момент у него 676 тысяч полигонов. Модификатор Skin и у него есть система CAD, костная система, вот она, которая управляет, значит, нашей моделью. Я сделал здесь небольшую анимацию. Она сделана для постановки робота в позу и дальнейшего рендера. Ну и также продемонстрировать, что он может делать, как двигается для потенциальных покупателей. Значит, шланг работает только в анимации, и это нормально. Так и должно быть. Здесь я отключил просто rotation. При настройках костей. Так он двигается, таз у него. Грудная клетка двигается. Но система здесь не особо сложная, и она в основном предназначена для простых движений и постановки модели для рендера. Сзади здесь соковыжималка и измельчитель отходов. Впереди пылесос, и я подвел шланг от пылесоса сразу измельчителю отходов. Ну, это типа шутки. Вот так он выглядит, этот робот.
Он будет очень рад, если вы его купите. Ну что же, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!